Добрый день, мои хорошие, добрый день, уважаемые подписчики. Снова с вами Николай Сомсиков, агентство недвижимости «Титул». Сейчас я вам покажу дом, где ниже в описании укажу вы стоимость, общую площадь и количество земли. Сам дом находится, Краснодарский край, город Белореченск. Поехали! Ну что, друзья, как мне часто говорили, писали, Николай, показываю дома в городе Белореченске, новые. Друзья, показываю. Мы видим сейчас с вами дом, где 3 спальни, кухня, гостиная, туалет, ванна. В доме подведены коммуникации, я имею в виду газ, свет, там канализация. Ну а внутри, естественно, вам в будущем надо будет что-то самим сделать. Давайте сейчас вам покажу сам земельный участок. Вот именно в той части. А потом будем с обратной стороны идти и все подробно расскажу. Ну, сейчас мы видим с вами септик. Септик двухкамерный, не маленький и небольшой. Здесь, кстати, грунтовая вода очень далеко. Участок, вот мы видим с вами, такой, в принципе, для города Белореченска неплохой. Уже землю завезли. Везде забор, друзья, везде, что с этой стороны, что со стороны соседей, что и с правой стороны. Радует, знаете, что, обратите внимание, выход у нас со стороны гостиной, кухни. В будущем обязательно, обязательно надо будет вам сделать навес тут. Можно, знаете, типа беседки, как вам угодно, как вам будет удобно. Но это обязательно надо, потому что будет потом намного интереснее. Кровля металлочерепица, сам дом газоблочный и облицован вот таким необычным кирпичом. По крайней мере, мне сочетание цвета нравится. Фундамент обязательно монолитный. Здесь видно, что полностью забетонировал этот застройщик. С этой стороны у нас обязательно отмостка. Ну и здесь, друзья, единственное, что участок чуть-чуть клином уходит. У нас вот получается самая узкая часть от дома до забора. Получается почти 3,5 метра. Ничего страшного. А может быть страшно. Это, конечно, решать вам. Но автомобиль в ряд спокойно здесь поместится без всяких проблем. Ну видите, я показываю, что есть, друзья. И уже решать вам, что смотреть, что не смотреть. Кстати, здесь недалеко река Белая протекает, вообще от шаговой доступности, от силы там 3-4 минуты. Смотрите, у нас откатные ворота, калитка, обязательно это будет все доделано, потому что застройщик еще пока не доделал. Здесь понятно, что сейчас пока залито, засыпана щебенка. Ну, опять же, давайте вот так с этого ракурса еще раз посмотрим. Кстати, домик выглядит снаружи неплохо. Ну, кстати, кому плохо или хорошо, пишите. Звоните, пишите в комментарии, мне же интересно ваше мнение. И вот мы видим, электрический счетчик обязательно подключен, подведен. Так, ну и тут видно, что землю засыпали для того, чтобы в будущем у вас был, возможно, палисадник. Ну, тут мы оценили. Дальше. Понятно, что отмостка полностью здесь. У нас ступеньки. И давайте вот сейчас зайдем, посмотрим дом. Ну, тут, друзья, вот в этом доме я увидел один минус. Смотрите. Ну, конечно, застройщик сделал узковатую прихожую. Опять для меня. Но здесь где-то 1,30–1,40 м, и то даже, возможно, не будет. Максимум, что здесь можно сделать, это только повесить вещи и просто поставить обувь. Не более того. Ну, что есть, то есть. Натяжной потолок. И смотрите. Здесь, по сути, как бы у нас 3 изолированные спальни. Вот она спальня, потом вторая спальня и третья спальня. И как бы 2 санузла с этой стороны, кухня-гостиная. Из кухни-гостиной у нас выход на улицу и также есть котельная. Давайте именно вот с этой спаленьки сейчас начнем. Спальня вот и всех, которые здесь есть, она самая большая. Ну, давайте мы ее назовем хозяйская спальня. Ну, здесь, конечно, светлая комната, 3 окна. Слева, справа глухое. Прямо у нас получается, что окно обязательно открывается, закрывается. Так, ну тут, наверное, отрегулировать надо. Ага. Закрыл, открыл. Радиатор. Пол, стяжка. Ну, по поводу качества скажу, вот стяжки, шпаклевки тут на высоте. Все аккуратненько сделано. Натяжной потолок. С этой стороны видно, что выходы под телевизор. Ну, знаете, на самом деле получается, что здесь у вас будет висеть телевизор.
Ну а с этой стороны прям видно, что вот видите, справа и слева выходы под розетки. Это у вас в будущем стоять будет ваша двуспальная кровать и, конечно, тумбочки. В этой части видно, что вывел застройщик именно под кондиционер. Ну, это самая большая спальня. Тут мы с вами оценили. Дальше. Мы смотрим с вами две спаленки. Ну, их по-любому мы назовем как детская. Здесь видно, что тоже можно кровать, в принципе, двуспальную кровать можно расположить. Она поместится, и где-то 60 сантиметров проход будет у вас. Слева, справа розетки, выключатель. Обязательно под телевизор тоже. Вот, кстати, вот есть застройщики, которые это делают, а есть не делают. Не знаю почему, но надо делать, друзья. Розетка, радиатор, окно и натяжной потолок. Здесь тоже мы оценили. Дальше. Вторая спальня. Она, в принципе, такая же. Также мы видим, вот помещается именно вот с этой стороны, планируется кровать. Видите, розетка здесь. Видно, розетка тут. Выключатель. Группа именно для телевизора. Ну и розетка вот с этой стороны. Понятно, что радиатор и окно. Кстати, вид, пожалуйста, покажу вам именно на огород. Здесь мы оценили. Дальше. Здесь, друзья, два санузла. Честно, я не знаю почему. Ну, давайте будем сейчас догадываться. Не то, что догадываться, а прям думать. Ну, вот здесь получается, что ничего не отделано. Вы видите, что дом с газоблока. Вот я его показываю, что несущие стены, что перегородки. Все это есть. Ну, здесь, я так понимаю, здесь будет стоять раковина. Видно, что розетка. Здесь, получается, будет стоять унитаз у вас. Здесь, возможно, планируется, невозможно, а будет планироваться душевая однозначно. Другого выхода нету. Ну, вот здесь, я так понимаю, что можно расположить, получается, что ванну. Потому что, ну, вот видно, да, это под ванну. Ну а с этой стороны полотенцесушитель. В принципе, душевая, унитаз, раковина, ванна. Я скажу, для такого помещения все прям четко заходит и ничего мешать не будет. Отлично, меня это уже радует. Теперь смотрите, а вот у нас второй санузел. Я так понимаю, здесь предусмотрен унитаз. Получается, что вот здесь, скорее всего, раковина, а вот здесь биде. Вот, скорее всего, или наоборот, здесь раковина, видно, что под зеркало, а вот это получается биде. Ну, тоже хорошо. И вот вентканал есть, натяжной потолок, а вот тут у нас натяжного потолка нету. Ну, скорее всего, застройщик, я думаю, он это доделает. Я так думаю. А вентканал, вот видно, с правой стороны, он кирпичом заложено, он присутствует. Молодец. Дальше. А вот она, кухня-гостиная. Смотрите. Она большая, по крайней мере для меня. Видно, что комната больше 20 квадратных метров. Я не удивлюсь, что будет и 25 квадратных метров. Даже и 30. Ну, блин, комната большая. Сейчас скажет, Коля, рулетку давай. Да нет у меня рулетки с собой. Давайте хотя бы так будем. Ну, визуально, друзья, на самом деле больше 20 квадратных метров. Даже вот 25 однозначно будет. Теперь смотрите. Вот видно, что здесь планируется кухонный гарнитур. Он предусмотрел и под газовую плиту, и под духовой шкаф. Это видно, что как бы под раковину. Получается, что под микроволновую печь. Там вот у нас еще. Это, скорее всего, под посудомойку. Это видно, что под вытяжку. Вытяжка вентканалу вот с этой стороны тоже вот видно два. Натяжной потолок. Здесь уже светильники. Вот именно вот так, вот именно вот в этой части. Хотел сумничать везде, а только именно где кухня. Ну, уже радует. Пол стяжка. Кстати, здесь теплые полы. Теплые полы в санузлах, прихожая и здесь. И выход, понятно, что на улицу. Мы сейчас обязательно выйдем с вами чуть попозже. И покажу вам сейчас с вами, посмотрим котельную.
В принципе, котельная кладовка, друзья, здесь можно смело вот так полочки чук-чук-чук поставить, и будет отлично, замечательно. Газовый котел, скажу, Bugatti я первый раз такой вижу. Ну, по крайней мере, я читаю, Bugatti написано. Теплые полы, и забита скважина, и установлена насосная станция. Ну, здесь зашпаклевана стяжка и натяжной потолок. Вот, и теперь смотрим с вами, смотрите. Выход на улицу. Ну, на самом деле, вот здесь можно забор повыше поставить, какие-то плетущие лианы, возможно, навес, и будет отлично, замечательно. Это лично мое мнение. Как я говорил, здесь просится однозначно навес. Ну что, друзья, показал вам очередной обзор недвижимости вот такого дома. Напоминаю, что дом находится в Краснодарский край, город Белореченск. Тут до реки Белой рукой подать, друзья. Шаговая доступность школа-садик. Школа, сразу говорю, где-то минут 10-15 пешком. Ну, до садика можно, в принципе, 10-15 минут тоже, но желательно ребенка маленького, там, я не знаю, на велосипеде, либо на мопеде, либо на такси, либо на сумму автомобиля, как удобно. В принципе, магазин тут тоже шаговой доступности недалеко, в пределах 10 минут. Асфальт тут недалеко. Да, в принципе, и вы видели, вот смотрите, соседи, в принципе, хорошие, я имею в виду. Ну, тут везде новые дома, практически везде. Что еще могу сказать, друзья? Да что могу? Могу много говорить. Напоминаю, что также мы занимаемся недвижимостью в городе Белореченске, Майкопе, Апшеронске, Хадыженске, Курганинске, Лабинске. Да, и в многих городах уже начинаем заниматься. Будет именно помощь нужна вам. Конечно, мой номер телефона ниже в описании. С удовольствием помогу, расскажу и так далее. Друзья, кстати, будет какой-то вопрос, вы планируете либо вот в ближайшее время приехать, либо в будущем, пишите, звоните, с удовольствием, конечно, помогу. Не забываем писать комментарий обязательно, друзья, ниже в описании, ниже под видео обязательно пишите комментарий именно про этот дом, расскажите лично мое мнение. Ну, лично я скажу по поводу прихожка, конечно, хотя бы на полметра шире, это лично мое мнение. Если вы согласны со мной, пишите, не согласны, тоже пишите. Вот, ну что еще могу сказать, друзья? Обязательно меня подписывайте, ставьте лайки. С вами был Николай Сомсиков, агентство недвижимости Титул. Пока-пока.